Так, сегодня мы будем клеить на машину вот эту вот резинку на бампер. Вот это. Достанем. Значит, у нас здесь есть двухсторонний скотч и сама, собственно говоря, резинка. Вот, для того, сейчас мы пойдем обработаем поверхность бампера, обезжирим ее, и потом уже придем, будем клеить вот этот двухсторонний скотч на обратную сторону непосредственно самой резинки. Потом уже будем клеить на автомобиль. Вот наша машина. Вот мы, значит, уже здесь помыли, и, соответственно, теперь это нам нужно высушить, протереть насухо, чтобы все было сухо. Потом мы эту часть бампера обработаем обезжирим, ну так как-то не будете здесь ничего поцарапать, потому что это все равно все уйдет под резинку. Так, все мы здесь сделали. Теперь вот я уже наспер какую-то хрень на спирту. Вот это вот кубаночка. Сейчас мы пропитаем ватку этой хреновиной и обезжирим все. Вот мы пропитали этой погонью. Фу. Ромашка какая-то, очевидно. Теперь мы обезжириваем это все, потому что это все на чистом спирту. Вот так. И, соответственно, снова вытираем. Все. И у нас абсолютно чистая обезжиренная поверхность. Теперь мы идем, соответственно, клеить резинку. Так, вот мы, соответственно, вот наша резинка. Вот такая. Сейчас мы будем клеить на нее двухсторонний скотч. Берем этот двухсторонний скотч. Находим начало. Вот оно у нас. И, соответственно, скотч, ребята, скажу я вам, прямо не очень. Так, ну давайте как-нибудь будем это уже начинать делать. Так, я, наверное, слишком много отмотал, надо сейчас замотать все заново и вот так вот и оставить небольшой кусочек и прям аккуратно от одного из уголков мы начинаем это все дело наклеивать. Стараемся, чтобы это было относительно ровно. Как-то вот так, что я забыл сделать, так это взять ножницы сейчас. Так, короче, принес я ножницы.
И аккуратненько отрезаем. Отрезали. Еще раз приглаживаем. Ой, о как. Приглаживаем. Ну, вроде как все. Так, теперь то же самое проделываем с нижней частью. То есть наносим ее вот так вот. Интересно, хватит у нас ее или нет. Но заодно вот и проверим. Так. Держится, как мне кажется, достаточно хреновато. И вот начинаем аккуратно. Аккуратно. Примерно. Ну да. Ее если хватит, то только очень-очень-очень впритык. И, скажем честно, скотч плохой. Скотч плохой. Вот так мы сделали. Обрезаем. Обрезали. Осталось у нас, вот смотрите, вот такой вот небольшой кусочек. Только, то есть скотча хватает в аккурат на то, чтобы наклеить две полосочки. Ну, одну мы сейчас вот сюда вот какой-нибудь наклеим. Вот так. Вот сюда вот мы ее наклеили. И еще раз хорошо вот так вот, вот ножницами приглаживаем этот скотч. Потому что чем он у нас лучше приклеится, тем хуже он отклеится. Так. И то же самое с верхней полосой. Так, теперь я рассказываю, как клеить правильно. Значит, смотрите, надо будет оторвать верхнюю часть с верхней стороны кусочек небольшой. Видите, как он настро отклеивается. Это мне не очень нравится, конечно. Сейчас, секунду. Вот, отрываем такой вот небольшой кусочек скотча. Прикладываем его на то место, на которое мы хотим, чтобы машина была наклеена, это все дело. И потом просто приклеиваем эту сторону, а сам и тянем вот за этот вот хвостик. Он аккуратненько сам приклеивается. Сейчас я на машине все это дело продемонстрирую. Так, ну вот вы, собственно говоря, уже с наклеенной этой резинкой. Вернее, не с наклеенной резинкой, а... Сейчас мы будем это все дело прикладывать и размечать, как это все правильно. Ну вот мы приложили. Единственное, что вот, конечно, надо, вот чтобы вот она была вот здесь вот четко по, как бы вот этой вот, ну, чтобы не отходила, чтобы не было зазора, а чтобы она была четко, и тогда будет все замечательно. То есть будет смотреться примерно вот так вот. Вот. Мне кажется, это хорошо, красиво и правильно. Так, теперь я буду клеить. После того, как я наклею, я, соответственно, вам
покажу результат. Короче, мы вот так вот отрываем чуть-чуть и приклеиваем прям вот этот вот край на то место, на которое он у нас будет располагаться. А потом будем аккуратно тянуть вот за эти вот красненькие штучки. Он у нас будет вытягиваться, тем самым освобождая клейкую основу для, собственно, непосредственно скотча. И он будет аккуратно и равномерно приклеиваться. В общем, вот так. Я заранее сделал меточку, куда мне непосредственно нужно вот я приложил и прижал. Теперь я беру вот эти вот красные и спокойно просто беру и прикладываю. Они у нас очищаются от скотча и, соответственно, не портя скотч, мы идеально приклеиваем. Как я и говорил, клеим по вот этой ровной части. Я думаю, что не клеится. Это мы ободрать забыли. Вот. И уже, соответственно, под конец можно вот так. И, соответственно, вот такая вот штука у нас получилась. Вот так. Вот так это выглядит. И теперь, если мы будем что-то вынимать из багажника, то мы будем падать на эту резиночку и не будем царапать бампер. Легла она достаточно за небольшим исключением неплохо. Есть, конечно, небольшие косяки, но я думаю, что она... Тут еще часть, наверное, зависит от неровности бампера. Например, вот в этом месте я вижу, что какая-то выпуклость, с чем она связана, непонятно. В этой. Ну, в общем, отличная штука, всем рекомендую. Вот, всем рекомендую, ребята. Вот так это выглядит. Все, всем пока. Ссылочка под видео. Пользуйтесь.